This city has a special morning voice. Всем привет! Меня зовут Кристина Санько, и это снова видео самоделки на Новый год. Сегодня мы делаем голову единорога в новогоднем стиле. По-моему, очень крутая идея. И будем делать это в технике papercraft. Такого на канале у меня еще не было. И я сама не знаю, как я буду делать этого единорога, но очень интересно посмотреть, что из этого получится. Вот такой классный тубус мне прислали с сайта Loftbox. После того, как я соберу голову единорога, я потом обязательно буду его как-то использовать и декорировать. Вещь действительно классная. Вы, наверное, уже не раз видели такие картонные головы животных. Они сейчас в тренде. Я тоже решила украсить комнату такой красотой. У них много разных голов. Сначала я хотела выбрать оленя, розовую пантеру или лося, но потом все-таки остановилась на единороге. Ну, вы меня знаете, я не могу перед ними устоять. Там был еще белый, но я выбрала яркого бирюзового. Посылка пришла очень быстро, буквально за 3 дня. В тубусе уже есть все, что нужно для сборки головы. Канцелярский нож, линейка, инструкция и даже клей. Класс, просто бери и делай, без заморочек. Это я люблю. Сразу обратила внимание на картон. Оказывается, это плотная итальянская дизайнерская бумага, двухсторонняя с вкраплением блесток. Так что кусочки и обрезки я обязательно оставлю для своих будущих DIY-ек. Здесь у нас все нужные нам схемы для головы единорога. Их нужно вырезать по контуру. Рекомендуется делать это с помощью канцелярского ножа и линейки. Первую схему я вырезала именно так, но потом попробовала ножницами, и мне тоже понравилось, было удобно. Теперь края сгиба нужно продавить другой стороной ножа, не острой, и согнуть. Собирала я все это дело вечером, и все мои родные находились дома. И так заинтересовались то, чем я занимаюсь, что все тут же сели помогать. Хитрые какие, лучше бы с декором комнаты помогли венок из елок сделать. Это я и сама хочу собрать. Ну да ладно, вместе все равно веселее, ну и быстрее. Я выложила все свои схемы на обеденный стол, и мы начали сборку. Кто-то вырезал, кто-то склеивал, кто-то собирал все детали воедино. В общем, было очень интересно. Знаете, как настольная игра, когда собираешь и весь вечер проводишь вместе с семьей или друзьями, решая какие-то загадки. В общем, мы провели за сборкой 2 вечера. Управились бы и за один, если бы не обсуждали все новости и не угорали над шутками. Но зато так было веселее. Единорог у нас получился. Честно, мне очень понравилось собирать его из бумаги. У нас вся семья собирала этого единорога, и было достаточно интересно и необычно, потому что делаю я это в первый раз. Было поначалу сложно и непривычно, но в целом мне понравилось. Мне очень нравится результат, и теперь давайте сделаем этого обычного единорога более новогоднего, чтобы было в тему. Так как у нас новогодний декор, я хочу еще добавить немного блеска. Я купила 2 вот таких золотых дождика. Теперь приклеиваем их на двухсторонний скотч к голове. Я брала обычный бумажный скотч. После того, как праздник пройдет, я снова отклею дождик, и голова единорога будет как новая. Картон очень плотный, так что волноваться не стоит. А сверху на голову я надену ему золотой веночек со звездочками. На самом деле это просто сложная по кругу мишура. На стену я прикрепила его с помощью того же двухстороннего скотча. Вот и все, крутое новогоднее украшение готово. А скоро вас ждет видео, где будет сразу несколько новогодних идей для декора комнаты. Так что ждите, я сейчас активно работаю над ним. Ссылочку на моего единорога я оставлю в описании. If I make a mess of it all. Надеюсь, это видео вам понравилось. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого новогоднего видео. Пока!